Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такие вот штанишки леггинсы. Они у меня сделаны в обтяжку для ребенка. Вы же, если хотите сделать не в обтяжку, то делайте запас 3-4 сантиметра в изначальных расчетах при наборе. Вот, в принципе, данные штанишки подходят на возраст для где-то девочки 2,5 годика. Вот, по обхвату бедер я брала замерочку 48 сантиметров, но они хорошо тянутся, то есть они такие вот в обтяжечку, где-то даже на 50 сантиметров в обхвате бедер. Далее, по обхвату талии я вставила резиночку в 44 сантиметра при растянутом слегка виде. Вот, то есть, конечно же, резиночка должна проходить и по бедрам, поэтому, вставляя резиночку, вы смотрите, чтобы она натягивалась на ширину обхвата бедер. Вот. И далее мы будем делить общее количество петель на 2 штанинки. Вот, и каждая из штанинок будет соответствовать длине от промежности до обвязывания резиночкой. У меня это 33 сантиметра. Вот, и по краям у меня в леггинсах вот такой вот обычный самый рисуночек перекрещивания жгутиков, как елочка. Вот, в принципе, вот такие вот штанишки мы с вами свяжем. На данный размерчик у меня ушло 1,5 моточка пряжи. Вот, конечно же, кому интересно, не забудьте лайкнуть и присоединяйтесь, свяжем с вами вместе. Для вязания я буду использовать полушерстяную пряжу Alize Elana Gold Classic 240 метров в 100 граммах. Более подробно об этой пряже вы сможете посмотреть отдельное видео. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Спицами я буду вязать номер 3,5. Нам понадобятся круговые и чулочные для того, чтобы было удобнее делить наше вязание на штанины. Далее нам понадобится крючок, любой удобный для вас в работе, для вспомогательных, скажем так, функций. Также нам понадобятся ножнички, сантиметр и иголочка для того, чтобы потом вдевать резиночку в штаны. Также нам понадобится резиночка в слегка прирастянутом виде, равная обхвату бедер ребенка. Я буду использовать резиночку 2 сантиметра шириной. И для начала я отрезала 50 сантиметров, затем я уже после окончания вязания штанишек хочу примерить их и посмотреть, сколько мне нужно отмерить резиночки, которую затем мы будем вшивать в пояс штанишек. Для того, чтобы нам максимально точно рассчитать, какие должны быть у нас штанишки по размерам, конечно же, нужно же снять изначально с ребенка мерки. То есть вам нужно знать обхват талии, у меня это 44 сантиметра, обхват бедер, они должны быть шире, это 48 сантиметров, самая широкая часть. Длина штанины у меня это 34 сантиметра от паховой части и длина до паховой части 13 сантиметров. Возможно, я как-то коверкаю слова, вы меня можете исправлять, но в целом я думаю, что вам должно быть ясно. То есть это вот представим визуально штаны. Вот. И, к примеру, вот так вот они выглядят. У нас будут делиться штаны на резиночку, вот так вот, которая в счет этих 13 не входит, можно здесь добавить пару сантиметров. Далее, вот эта часть, это 13 сантиметров. Можете с резинкой, можете без. Длина штанины, вот эта часть от паха 34 сантиметра, в которую входит резиночка обвязывания, то есть у нас как начинается с резиночки, так и заканчивается. Я думаю, что здесь вам должно быть все понятно. И, конечно же, количество петель в одном сантиметре вашей плотности вязания. То есть для начала вы вяжете лицевой гладью небольшой образец спицами и пряжей, которыми будете вязать данное изделие. И смотрите, сколько у вас в 10 сантиметрах вмещается петелечек. А затем это количество петелечек делите на 10. У меня это 18 петель в 10 сантиметрах, соответственно, 1,8 количество петелек в 1 сантиметре. Вот, исходя из этого, я и буду делать расчет. Для начала к обхвату бедер мы добавляем пару сантиметров для того, чтобы они, скажем так, хорошо одевались и не было слишком, скажем так, слишком суженное полотно. Если вы хотите штанишки шире, то, соответственно, вы добавляете 5, 6, 10 сантиметров, в зависимости от того, насколько вы хотите широкую, скажем так, штанину. Независимо от обхвата талии, так как у нас здесь будет резиночка вставляться в линию, скажем так, обвязывания вот здесь начального,
то, в принципе, резиночка будет вам суживать, поэтому берем за основу обхват бедер. Обхват талии вам понадобится, когда вы будете мерить, скажем так, размеры резиночки для того, чтобы вставить. Чтобы резиночка не была слишком, скажем так, не слишком сдавливала ребенка, в общем. И теперь 50 сантиметров, то есть 48 плюс 2 сантиметра, 50 сантиметров мы умножаем на количество петелек в одном сантиметре, то есть на 1,8 петель. У нас получается 90 петелек. Далее, к этим 90 петелькам я хочу добавить одну петлю для того, чтобы замкнуть вязание в круг, и по ходу она у нас сократится, то есть вот этой петельки не будет. Но еще помимо всего, у нас вот это количество петель, то есть 90 петель, должно делиться на четких 2, скажем так, на четное количество на 2 штанины. То есть если мы 90 поделим на 2 штанины, это получается по 40 петель. 45 петель каждая штанина. Так как я буду начинать и заканчивать резиночкой 1 на 1, а нам нужно четное количество для раппорта резиночки 1 на 1, то мне нужно еще добавить вот это четное количество. Я же не уберу здесь 88, к примеру, не оставлю петелек, хотя они бы четко делились по 44 петли. Поэтому я их добавлю для того, еще раз повторюсь, чтобы каждая из штанин у нас по итогу, скажем так, деления была по четному количеству петелечек для того, чтобы вязать хорошо резиночку 1 на 1. И также изначально у нас получится 92 петли для начала вывязывания резиночки сверху. И одна петля, которая у нас 93 петля, она по ходу замыкания вязания в круг сократится, и ее не будет. То есть нам нужно набрать 92 петли. Плюс 1 петелька для замыкания вязания в круг, то есть 93 петли. И эта 93 петелька по ходу замыкания в круг, она сократится. И останется изначальное количество 92 петли, четное количество, которое четко поделится на 2 штанины. Промежности здесь я не буду добавлять и убирать никаких петель. Я просто потом поделю на 2 штанины. Это расстояние, скажем так, сошью. Оно нам не будет, ну, здесь ничего я не буду делить. Не буду, скажем так, вам показывать, как две штанины вывязывать отдельно, затем сшивать. Вот, я вам покажу самый-самый простой способ штанишек. Но помимо этого всего, я также хочу сделать на штанишках с боковых сторон по 2 жгутика. Для этого мне понадобятся, скажем так, центральные петельки боковые, то есть центральные 10 петель с одной штанины и центральные 10 петель с другой штанины. То есть 46 минус 10 центральных петелек с одной штанины, это получается 36 петель. 36 петель пополам, это по 18 петелек. У вас, возможно, свое число, но центральные 10 петель, это и будет наши жгутики. Мы их потом расширим для того, чтобы штанина не сузилась и жгут не забрал лишние сантиметры. Поэтому я 36, то есть 46 наших изначальных. Я убираю 10 центральных петелечек, то есть 36 делю на пополам, это получается по 18 петель. То есть моя штанина из 46 петель делится на 18 петель, далее 10 петель жгута и 18 петель. Это каждая из штанин. То есть мы должны будем по центру спереди и по центру сзади оставить по 18 петелечек, то есть 18 с одной штанины, 18 с другой, это 36 петель. То есть всего у нас штанина будет, скажем так, вязаться, сзади будет начало ряда, ровно по центру. То есть будет вязаться 18 петель лицевых до жгутика, затем 10 петель жгутика, 18 петель уже с другой стороны до центра переда и 18 петель с другой стороны. Это уже, давайте прибавим, 36 петель центральных. Затем снова жгутик из 10 петель и 18 петель для того, чтобы дойти до конца ряда, то есть сзади замкнуть наше вязание в круговую. Вот. Вот из таких обычных самых, скажем так, распределений мы будем вязать. Но для того, чтобы нам расширить, скажем так, наш вот здесь вот наши линии жгутиков, я добавлю к 10 петелькам еще каждому жгутику 4 петли, чтобы всего у нас получилось 14 петель. Вот, исходя из этого, еще добавятся петельки к 46 нашим петлям, добавится по 4 петли к штанине.
Тем самым жгуты не, скажем так, не сузят нашу штаны, и штанину не расширят, и все будет, скажем так, хорошо. Вот, из этих 14 петелек у нас будут по рисунку 2 изнаночные, далее 4 лицевые, первый жгутик, 2 изнаночные, 4 лицевые, второй жгутик и 2 изнаночные. То есть вот из вот таких вот самых простых, скажем, расчетов будет состоять наша штанинка. Сейчас это все настолько условно и непонятно вам, что сейчас по ходу вязания мы просто будем подробно все разбирать. Для начала нам нужно набрать самым обычным, самым удобным для вас способом 93 петельки и замыкаем вязание в круг. Буду я набирать нужное нам количество петель на чулочные спицы. Для удобства я наберу на 2 пары спиц, которые затем поделю на 4 равные, приблизительно равные части, скажем, я делю изначально их на глаз, вот, и начну вязание именно на чулочных спицах. Вот, для начала мы смотрим, сколько нам нужно набрать петелек. У меня это 92 плюс 1, то есть 93 петли. И отступаю от начального края ниточки где-то 1,5 метра. Объясняю, почему так много. Во-первых, для того, чтобы набрать нам 93 петли, нужно, скажем так, где-то сантиметров, ну, где-то 60 точно ниточки нужно. Плюс я оставшуюся ниточку, скажем так, намотаю на булавочку и закреплю, для того, чтобы потом нам не делать лишний раз присоединение ниточки при сшивании, скажем так, резиночки. Вот, место для резиночки, вот так. И начинаем мы набор петелек на одну спицу, начальные 2 петли. Это нам было удобно для того, чтобы замыкать начальный край и не были растянутые начальные петли. Затем приставляю вторую спицу и набираю еще 91 петлю. Далее, набрав все петельки, мы делим каждую спицу пополам, то есть на 4 приблизительно равные части. Я всегда делю визуально, вот так вот, одну спицу. И точно так же вторую спицу. При этом у нас сверху должна быть наборочная красивая косичка. С внутренней стороны у нас должны остаться вот такие зубчики. Все должно уйти на изнаночную сторону некрасивая. И точно так же здесь, вытаскивая спицу, вы обращаете внимание, чтобы вот эти начальные петельки оставались на спице. И вот таким вот образом у нас должно получиться. Если же вы делали набор на круговых спицах, соответственно, просто достаете одну свободную спицу. И начинаем замыкать вязание в круг. Замыкается все абсолютно одинаково, как на круговых спицах, так и на чулочных. Подтягиваем к краю вот так вот наши петельки на спицах, на первой спице и четвертой. Далее, вот они у нас первые набранные 2 петельки на спице, вот они последние. Вот мы последней переодеваем первую набранную петельку, затем эту последнюю накидываем на первую и спускаем полностью между спиц 93 петлю, то есть вот эту лишнюю петельку. И теперь нам что нужно? Нам нужно вернуть вот эту петлю, как вы видите, она у нас была переодета на правую спицу, обратно вернуть на левую. И петля, которая у нас сократилась, должна остаться между спицами. Для этого подтягиваем краешек ниточки, который покороче, от себя или на себя, как хотите, а рабочую ниточку от себя. Просто нам нужно вот эту последнюю набранную петлю хорошо затянуть между вязанием. И далее возвращаем обратно петлю. Вот она у нас, она. Я сейчас пока для удобства закрепила себе ниточку, но вам нужно будет вот этот хвостик, который у нас здесь затянулся с рабочей ниточки и с хвостика наборочной косички, вместе присоединить и связать несколько петелек первого ряда. Это нам нужно для того, чтобы хорошо закрепить ниточку. Либо же, если вы оставляете, как я, вот этот краешек, можете ее не провязывать вместе с несколькими, вместе с рабочей ниточкой несколько петелек. Она у вас потом завяжется по ходу пришивания резиночки. И далее начинаем вязать первый ряд и все последующие ряды просто лицевыми петельками. Для этого берем пятую рабочую спицу и вяжем, начиная с первой петли, все петельки лицевые на первой, второй, третьей и четвертой спице. Я для удобства провяжу первые несколько рядочков на чулочных спицах лицевыми петлями, а затем перейду на круговые и точно так же продолжу вязать лицевыми петельками.
Нам нужно таким образом провязать лицевыми петельками, лицевой гладью по кругу, по спирали до тех пор, пока мы не наберем двойную ширину резиночки. То есть у меня, к примеру, резиночка 2 сантиметра шириной, соответственно, мне нужно провязать 4 сантиметра, то есть 2 умножаем на 2 сантиметра. И где-то приблизительно сантиметр мне нужно для изгиба, то есть у нас будет резиночка как бы идти таким туннельчиком. Вот поэтому мы будем провязывать лицевой гладью вот эту ширину туннельчика плюс изгиб, то есть где-то порядка 5 сантиметров высотой. Затем будем провязывать один ряд для того, чтобы отсоединить нашу высоту вот эту резиночки, и бросаем. Все точно так же продолжаем вязать лицевую гладь, пока не наберем высоту до промежности. То есть нам сейчас нужно связать вот эту резиночку, двойную ширину нашей резинки, которую будем вставлять, плюс сантиметр для отворота. Если, к примеру, вы хотите потоньше, то, соответственно, делаете эту полосочку, вашу ширину резиночки умножаете на 2 и плюс 1 сантиметр для отворотика. А затем мы будем вот эту ширину, скажем так, соединять пополам и сшивать, делая туннельчик для резиночки. Вот я связала по кругу 5 сантиметров, и получилось, что за пределами 5 сантиметров вот этот один провязанный последний ряд. Все так и должно быть. Этот ряд уже у нас сейчас пойдет на закрепление, скажем так, нашей резиночки. И вот эта резиночка должна быть в 2 раза шире, плюс изгиб, вот так вот, чем ваша резиночка. То есть я сейчас вот складываю пополам минус ряд последний, который на спице. И вот так вот смотрите, что у меня получается. Вот как раз входит резиночка в пределы вот этого изгиба пополам. И сейчас мы должны будем провязать всего лишь один ряд после лицевой глади. Это изнаночные петельки. То есть начинаем мы вот здесь вот, где начинали, скажем так, первый ряд вязать. Это у нас и будет начало-конец ряда. И на будущее это у нас будет центр задней стороны, то есть у нас будет одна эти штанинка сюда, это будет центр. Вот. И далее вяжем, начинаем просто изнаночными петельками один ряд вязать. Вот так я провязала 4 петли и так далее. То есть соединяем, как бы получается, наше вязание вот так вот изнаночными петельками, для того, чтобы отделить резиночку от основного вязания, которое мы начнем после вот этого изнаночного ряда. Провязав один ряд изнаночными петельками после высоты резиночки двойной, мы переходим на распределение петелек на, скажем, основное вязание и наши узорчики по краям. Для этого мы берем снова нашу тетрадочку и смотрим. Мы здесь распределили на 18 петелек, 10 петель узора бокового, 36 центральные петелек переда, 10 петель центрального узора и 18 петелек второй части. То есть это у нас центр сзади. Он делится у нас по 18 петель с одной стороны и с другой стороны, всего 36 петель и сзади, и спереди между рисуночками. Поэтому начинаем отсчитывать и вяжем 18 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Связали 18 лицевых петель, далее у нас идет 10 петель рисуночка. Но мы будем параллельно делать расширение, поэтому сначала вяжем 2 изнаночные петли. Вот так, 1, 2 изнаночная. Далее, если вы здесь увидите, у нас есть между изнаночными петельками промежуточек. Хотите, можете поднять вот этот промежуточек и перекрестить, перекрещенной провязать петелькой. Можно сделать просто накид. В следующем ряду мы этот накид провяжем перекрещенной петлей. То есть, как хотите. В принципе, можно сделать и накид. В следующем ряду мы его перекрестим с наклоном в правую сторону. То есть, после двух изнаночных делаем накид и провязываем 2 лицевые. Далее, с другой стороны, после двух лицевых делаем второй накид. И снова 2 изнаночные. Снова накид. 2 лицевые.
накид и 2 изнаночные. То есть фактически мы сейчас с вами провязали 10 петель, но добавили 4 накида. То есть 2 изнаночные накид, 2 лицевые накид, это второй. 2 изнаночные накид, третий накид, получается, третью петлю добавили. И 2 лицевые накид, 2 изнаночные. То есть добавили 4 петли. Теперь у нас вместо 10 петель 14 петель для рисуночка. Теперь нам нужно связать 36 центральных петелек переда. Они у нас, как и 18 первых петель, просто лицевые. То есть отсчитываем 36 лицевых петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 31, 32 лицевая, 33, 34, 35 и 36. Связали 36 центральных лицевых петелек переда. И теперь снова мы дошли до второго рисуночка с другой стороны штанинки. Из 10 петелек мы должны сделать 14. Для этого вяжем сначала 2 изнаночные, затем делаем накид и вяжем 2 лицевые. С другой стороны от 2 лицевых делаем второй накид. Далее вяжем 2 изнаночные, делаем накид, 2 лицевые, с другой стороны накид и заканчиваем 2 изнаночными. Мы связали 10 петель, чередуя 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, но перед этим сделали 2 накида с одной стороны 2 лицевых и 2 накида с другой стороны от 2 лицевых. И тем самым сделали, получается, прибавление 4 петелек на втором узоре, симметрично первому узору. И далее нам до конца ряда остается довязать 18 лицевых петелек, чтобы дойти вот сюда до нашего, скажем так, конца ряда, либо начала вязания второго ряда, вот этих центральных, скажем так, сантиметров до промежности, от резиночки до промежности. Связали первый ряд распределения, теперь можем далее убирать, скажем так, наши петельки написанные и смотрим, что у нас получается по ходу работы. У нас сейчас получается, что первую часть из 18 лицевых петелек второго ряда до вот этих двух первых изнаночных мы должны провязать по рисунку лицевой глади, то есть 18 лицевых над 18 лицевыми первого ряда после изнаночного. Далее, там где 2 изнаночные, так и вяжем над 2 изнаночными за дальние стеночки 2 изнаночные петли. Теперь у нас идет вот этот первый накид. Что мы с ним делаем? Если мы сейчас провязываем просто перекрещенной петлей лицевой, то у нас получится грубое прибавление. Нам нужно, чтобы было все красиво и максимально аккуратно. Поэтому мы берем, подхватываем правой спицей и разворачиваем вот таким вот образом накид, чтобы образовалась большая дырочка. И за вот эту переднюю стеночку, вот она у нас, мы подхватываем и вяжем перекрещенной лицевой петлей. То есть мы провязали с вами петельку с наклоном в правую сторону. И у нас получилась перекрещенная первая лицевая петля после двух изнаночных вместо накида. Далее 2 лицевые мы вяжем над 2 уже, которые есть лицевые. И вторую, вот здесь вот петельку накид, мы провяжем просто за дальнюю стеночку с наклоном в левую сторону. И у нас получается прибавление аккуратное, сначала с наклоном в правую сторону, а второе прибавление с наклоном в левую сторону. То есть постепенное как бы прибавление. Далее 2 изнаночные за дальние стеночки вяжем над 2 изнаночными по рисунку. И запомните, что изнаночные петли мы будем вязать за дальние стеночки, так как это круговое вязание. То есть, что здесь, что здесь, что в конце. И на втором узоре симметрично точно так же. И теперь мы подошли к получается, к вот этой второй четверке, где накид, 2 лицевые накид. Первый накид мы разворачиваем, раскручиваем, делаем дырочку. И вяжем за переднюю ближайшую стеночку лицевой перекрещенной петлей. Далее 2 лицевые над 2 лицевыми. И далее за дальнюю стеночку вяжем второй перекрещенной петлей четвертый накид и 2 изнаночные петли за дальние стеночки. Вот мы, смотрите, добавили, получается, петельки благодаря накидам в предыдущем ряду, а в этом ряду мы их перекрестили с наклоном то вправо, то влево, сделав постепенное, скажем так, красивое добавление петелек. Из накидов сделали теперь уже лицевые. И у нас по чередованию идет 2 изнаночные петли, как мы хотели, 4 лицевые петли, это 2 лицевые с 2 накидами, 2 изнаночные центральные петли, 4 лицевые с 2 накидами, 2 лицевые петли,
и в конце 2 изнаночные. Все, то есть точно так же мы сделаем все и на другой стороне симметрично. Если бы мы подняли петельки, как я вам предлагала в начале, из вот этих вот промежуточных петелек между изнаночными, то это, скажем так, эта добавочная петля накид была бы слишком видна. Сейчас она, как по мне, менее видна и более аккуратна. Теперь нам нужно провязать центральное передние 36 лицевых петель до следующей изнаночной петли, первой петли узора из 14 петелек. Дошли до 2 изнаночных петелек и за дальние стеночки вяжем 2 изнаночные петли. Далее вот этот накид первый мы перекрещиваем лицевой петлей, но для этого сначала его повернем, сделаем, чтобы получилась дырочка, и за ближайшую вот эту переднюю стеночку вяжем перекрещенной лицевой петлей. Сделали прибавление, далее вяжем 2 лицевые над 2 лицевыми и за дальнюю стеночку перекрещенный второй накид лицевой петлей. Центральные 2 изнаночные так и вяжем над 2 изнаночными. Теперь снова первый накид мы раскручиваем, делаем дырочку и вяжем за переднюю стеночку лицевой. Далее 2 лицевые над 2 лицевыми и второй накид за дальнюю стеночку. То есть снова мы развернули вправо-влево, вправо-влево наши накиды и просто изнаночные вяжем над изнаночными. Запомните, что в дальнейшем на протяжении всего вязания, практически пока не дойдем до самого низа, по всей штанинке, там, где у нас изнаночные петли, мы будем вязать за дальние стеночки 2 изнаночные над 2 изнаночными. Полностью все вязание на протяжении всей штанинки. Здесь 2 изнаночные в начале рисуночка, первую, вторую. Далее 3, 4, 5, 6 петельку лицевой всегда будем вязать, но периодически будем делать перекрещивание. Далее вот эти вот 2 изнаночные центральные мы так и вяжем над 2 изнаночными постоянно. И в конце 13, 14 изнаночная петля также будет постоянно вязаться изнаночной. А вот эти вот 2, скажем так, части по 4 лицевые петли всегда будут лицевыми. Здесь не должно быть изнаночных петелек, точно так же, как и на изнаночных, не должно быть лицевых петель. Запомните, это самое главное, так как у нас сейчас круговое вязание, и мы всегда будем находиться с вами с лицевой внешней стороны. Если же вы вяжете поворотными рядами, то есть будете делать шовчик здесь вот сзади, то, конечно же, там уже вы смотрите, как у вас ложится с изнаночной стороны. Но я вам показываю сейчас именно самое простое круговое вязание. Сделали прибавление петелек и дальше довязываем до конца ряда, у нас остается 18 лицевых петель, то есть та вторая часть задней стороны. Довязали до конца ряда наши лицевые петельки и запомните, что центральные на задней стороне 36 петель, то есть это 18 в начале ряда, 18 в конце. Всегда вяжем лицевыми петельками, я это проговаривать не буду. Точно так же, как и по центру спереди 36 петелек. А я вам буду рассказывать, как мы будем делать, скажем так, узорчик именно на боковых стеночках. Все остальное вяжем просто лицевыми петельками, лицевой гладью, как мы вязали для оформления резиночки. Итак, сейчас провязываем лицевые петельки, и я вам показываю, как делать узорчик. На одной стороне, на второй стороне вы делаете все точно так же симметрично, одинаково. Дошли до первой изнаночной петли и второй из 14 петелек. И вяжем 2 изнаночные. Далее у нас идут 4 лицевые петельки. Мы над 4 лицевыми петельками так и вяжем за передние стеночки 4 лицевые петли. То есть, как обычно, наша лицевая гладь. Далее у нас идут 2 изнаночные, так и вяжем над 2 изнаночными 2 изнаночные. Снова 4 лицевые, вяжем над 4 лицевыми и 2 изнаночные. То есть в этом ряду мы вяжем просто все петельки по рисунку. В первом ряду мы с вами сделали накиды, добавили петельки. В следующем ряду мы перекрещенными накидами провязали вот эти вот петельки. И далее мы провязываем просто третий ряд по рисунку. 2 изнаночные, 4 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые и 2 изнаночные. Провязав в третьем ряду по рисунку, в четвертом ряду мы сделаем первый ряд с перекрещиваниями жгутиков. Для этого 2 изнаночные вяжем над 2 изнаночными без изменения. И далее у нас идут 4 лицевые, которые мы перекрестим с наклоном в правую сторону. Для этого снимаем полностью все 4 петельки со спицы. Левой на правую, то есть не провязанную просто. Далее заводим спицу за работу и снимаем первую-вторую петельку лицевую.
третья, четвертая остается перед работой и переносится в начало перед первой, второй петлей. Далее все 4 петельки мы провязываем просто лицевыми петлями поочередно. Сначала первые 2, что перенесли, затем 3 и 4. Вот таким вот образом мы сделали перекрещивание с наклоном в правую сторону. Далее 2 центральные изнаночные петли мы провязываем над 2 изнаночными без изменения. Теперь следующие 4 лицевые петли мы должны перекрестить с наклоном в левую сторону. Для этого мы снимаем с левой спицы на правую спицу не провязанные все 4 петли лицевые. Далее заводим рабочую левую спицу перед работой. Снимаем первую, вторую петлю. Третья, четвертая за работой отправляется вперед перед первой, второй петлей. И далее все поочередно петельки провязываем лицевыми. Сделали петельки перекрещивания с наклоном в левую сторону и довязываем 13, 14 изнаночную петлю просто по рисунку. То есть в четвертом ряду мы с вами сделали перекрещивание сначала с наклоном в правую сторону, скажем, перенеся первые 2 петельки за работой, вот таким вот образом оставив, а третью, четвертую перед работой, сделали перекрещивание, провязали лицевыми петельками. А здесь наоборот, мы первую, вторую петельку отправили, скажем так, назад и за работой перенесли третью, четвертую петлю. То есть вот таким вот образом мы с вами будем делать перекрещивание и на второй стороне. Я сейчас довяжу центральные 36 петель и на второй стороне покажу вам еще раз, как сделать это перекрещивание. Дошли до второй стороны, до нашего узорчика, и далее вяжем 2 изнаночные над первыми 2 изнаночными. Далее снимаем непровязанные все 4 лицевые петельки с левую на правую спицу и за работой левую спицу заводим за первую, вторую петельку, третью, четвертую перед работой переносим в начало перед первой и второй петлей. И далее все 4 петельки поочередно провязываем лицевыми. Сделали перекрещивание в правую сторону. Далее провязываем центральные 2 изнаночные петли. И затем нам 4 петелечки нужно перекрестить с наклоном в левую сторону. Для этого снимаем все 4 лицевые непровязанные на правую спицу. Перед работой заводим левую спицу, снимаем первую, вторую петлю, третью, четвертую за работой отправляем вперед. И снова поочередно провязываем каждую петельку лицевой. Получается, у нас сначала идет третья, четвертая, а затем первая и вторая. И далее 2 изнаночные довязываем до конца нашего узорчика из 14 петелек. Вот таким вот образом мы будем делать перекрещивание, запомните, в каждом четвертом ряду. Первый, второй, третий ряд после перекрещивания мы будем провязывать по рисунку. Это над 2 изнаночными 2 изнаночные, над 4 лицевыми 4 лицевые, затем центральные 2 изнаночные и снова 4 лицевые над жгутиком вторым и 2 изнаночные. Так, после этого ряда мы провяжем первый ряд, второй и третий ряд. Далее в четвертом ряду мы сделаем перекрещивание. То есть запомните, что мы будем делать перекрещивание. Мы сделали первое в четвертом ряду. Затем в 8 ряду, затем через 3 ряда в 4, в 12 ряду, затем через 3 ряда в 4 ряду, в 16 и так далее. То есть в каждом 4 ряду по рисунку мы будем делать перекрещивание с наклоном то в правую сторону, то в левую сторону. А последующие 3 ряда провязывать по рисунку, который сформировали. Изначально над 2 изнаночными 2 изнаночные, далее над первым жгутиком 4 лицевые, 2 изнаночные, 4 лицевые над вторым жгутиком и 2 изнаночные, 4 лицевые и 2 изнаночные. Вот таким вот образом я буду провязывать нашу высоту от резиночки, то есть от начального нашего изнаночного ряда, то есть как бы мы отделили резиночку. Вот так у нас будет сшиваться. Благодаря тому, что мы связали один ряд вот этими изнаночными петельками, здесь у нас отделилась четкая черта, посмотрите. И мы будем вот так вот, потом уже после того, как полностью свяжем всю штанинку, будем сшивать вот так вот пополам. И получится у нас отдел для резиночки туннелек, и далее пойдет штанинка. Вот. Нам нужно связать высоту, у меня это будет 13 сантиметров. То есть вот она наша как бы изнаночная линия петелечек, и от нее мы будем провязывать узорчик длиной в 13 сантиметров, а затем будем делить на 2 штанинки
общее количество петелек. То есть, как вы помните, мы будем делить по 46 петель. Это если бы у нас было 10 петель по центру, но теперь у нас здесь будет по центру 14 петелек. Вот я связала 13 сантиметров, и у меня получилось ровно 10 перекрещиваний по боковым центральным вот так вот линиям. И после 10 перекрещивания я связала один ряд по рисунку. То есть вот это у меня получается 13 буквально там и несколько миллиметров. И теперь сейчас я начинаю делить наши штанинки. Мы берем начало ряда, находим первую петельку, и вот этой первой петельки с задней получается стороны мы будем провязывать, делить на одну штанину и замыкать ее в круг, а затем, связав одну штанину, будем замыкать вторую. Я буду вязать для удобства чулочными спицами, то есть я сейчас начинаю от начала ряда, дойдя до вот этих двух изнаночных петель узора, вот, провяжу на одну спицу, затем петли узора на вторую спицу и далее получается половинку передней части на третью спицу. И буду вязать на трех спицах четвертой рабочей. Вот, вы же можете по желанию, для тех, у кого одни спицы, вот, то есть как сейчас, допустим, только круговые, и вы хотите вязать на круговых спицах, скажем так, вытягивая каждый раз тросик, то можете переснять для удобства половину, одну штанинку получается, на булавочку, либо держатель, вот, а вторую вязать уже как бы непосредственно отделив от первой. Итак, сейчас мы нашу заднюю сторону и переднюю сторону делим пополам, то есть 36 пополам это 18 петелек. 18 первых лицевых я провяжу на одну спицу, затем на вторую провяжу рисуночек. И если посмотреть на рисуночек, то второй ряд, как вы помните, после перекрещивания, как и первый, как и третий, у нас будет вязаться без изменения и перекрещивания. Поэтому, провязав первую спицу, я приступлю к вязанию второй спицы и ничего не буду перекрещивать в этом ряду. Вот я дошла до двух изнаночных. Хотите, можете еще изнаночную одну сюда, скажем, присоединить. Хотите, можете взять новую спицу. Я узор решила вязать полностью от первой до последней изнаночной на отдельной спице. Мне так будет удобно. И вот так вот, то есть по рисунку, как у нас ложатся петельки, так мы и перевязываем от первой до последней изнаночной петли наших 14 вот этих вот петель узора. Вот так. И далее беру третью спицу и вот так вот на третью перевязываю половинку переда. Здесь я уже посчитаю 18 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Здесь я ничего не делаю, то есть ничего не добавляю, не убираю. И нахожу первую свою спицу. Вот так у меня остались петельки. Я их привытаскиваю для того, чтобы у меня не сошли с вязанием. Далее нахожу первую чулочную спицу. И должна замкнуть вот так вот наше вязание. То есть вот это и есть наша штанинка. Я беру четвертую рабочую спицу и начинаю вязать по спирали. То есть одна штанинка у меня осталась на круговых, вторую штанинку мы сейчас вяжем. Вязать мы будем продолжать по рисунку. То есть первые 18 петель это лицевые. Хорошо затяните первые петельки. Я бы даже сказала, очень затяните для того, чтобы здесь, скажем так, поменьше образовывалась дырочка. И далее продолжаем вязать просто наши лицевые петельки, то есть первую и третью спицу мы будем вязать просто лицевой гладью. А на центральной спице, то есть второй, вот так вот, мы будем вязать, продолжать делать перекрещивание в каждом четвертом ряду. То есть это сейчас у меня третий ряд после перекрещивания, поэтому я свяжу его по рисунку. А в следующем ряду я буду делать перекрещивание. Возможно, первых несколько рядочков вам покажется не совсем удобно вязать, вот, но далее будет, я думаю, вам понятно и просто. Вот таким вот самым обычным способом мы разделили с вами штаны на две штанинки, то есть вот так вот вязание
И вот она, третья спица. Первые петельки я всегда рекомендую подтягивать для того, чтобы не было никаких разделительных полосочек. Вот, ну, в принципе, здесь мы поделили таким образом петельки, что разделительных полосочек не должно у вас, в принципе, быть. Только лишь, возможно, между, скажем так, вот здесь вот, между штанинкой с одной и с другой стороны, только лишь где у нас лицевая гладь. Но если вы будете затягивать первые две петли каждой спицы, то, опять же таки, никаких у вас расхождений не должно быть. И вот таким вот образом я продолжаю вязать второй ряд круговой, третий, четвертый и так далее, пока не наберу высоту общую штанинки, где-то минус 5-6 сантиметров для того, чтобы закончить штанину вязать резиночкой. В этом ряду я буду делать перекрещивание жгутиков, поэтому все как обычно, мы снимаем 4 непровязанные петли лицевые. За работой заводим спицу, снимаем сначала первую, вторую петельку, третью, четвертую перед работой переносим в начало. И точно так же все петельки провязываем лицевые. Сделали перекрещивание в правую сторону, затем 2 изнаночные центральные и делаем перекрещивание в левую сторону. Для этого снимаем все петельки на правую спицу, первую, вторую перед работой переносим, третью, четвертую за работой переносим вот таким вот образом вперед и провязываем поочередно каждую петлю лицевую, как я вам показывала в четвертом ряду, когда мы провязывали. Далее 2 изнаночные. То есть вот он наш жгутик, как шел, так мы сделали 11 перекрещивание. И далее довязываем третью спицу лицевой глади. Вот таким вот образом и продолжаем вязать. И по итогу у нас должна получиться вот такая штанинка. Получилась труба, немножечко рисунок пружинит у нас штанину, но ничего страшного. После тепловой обработки все станет на свои места. Я сначала хотела связать резиночку пошире, то есть сантиметров 5-6, но так получилось, что я увлеклась вязанием и не заметила, как довязала уже, скажем так, 29 даже с половиной сантиметров. То есть у меня на обвязывание резиночки остается буквально 3-3,5 сантиметра. В принципе, мне этого достаточно, так как у нас лосинчики более такие вот, я бы сказала, прилегающие к ноге, то есть более обтягивающие ногу. Поэтому, в принципе, вот такой вот резиночки здесь будет достаточно. Хотите пошире, значит вяжите, соответственно, меньше. Общая высота штанинки от промежности до окончания вязания у меня должна составлять 33 сантиметра. Если у вас длиннее, соответственно, можете связать 29 сантиметров и резиночку пошире. Вот, итак, мы сейчас переходим на резиночку, и я, получается, после последнего перекрещивания связала еще 2 ряда по рисунку. И затем перехожу вот на резиночку. Резиночку мы начинаем вязать между первой и третьей спицей, то есть там, где у нас лицевая гладь, на одной спице и на второй спице. То есть я начинаю, как бы получается, с промежутка между первой лицевой гладью спицей и второй лицевой гладью на... Получается, вот первая как бы спица у нас здесь при замыкании. Вот поэтому я беру рабочую спицу и начинаю вязать резиночку. Резиночкой я буду оформлять 1 на 1, поэтому чередую то лицевая петля, хорошо подтягиваем, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. На второй спице у нас, как вы помните, узорчик. Независимо от узора я буду продолжать чередовать лицевая, изнаночная. Вот так вот, самым обычным способом, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот я перешла, получается, уже на следующую спицу. И продолжение, лицевая, изнаночная. Далее над жгутами лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Причем изнаночные я вяжу лицевыми за дальние стеночки, а лицевые... вяжу за ближайшие. Вот так вот. Смотрите, вот изнаночная. Я вяжу за дальнюю стеночку лицевой. И за дальнюю стеночку изнаночной. Это для того, чтобы красивой косичкой повернуть наше вязание. Связала на второй спице, закончила изнаночной петлей. Значит, на третьей спице начинаю с лицевой. Так как количество петель у нас по окружности четное, то я думаю, что у вас труда не составит просто прочередовать
При этом ряд у вас закончится изнаночной петлей. Так я связала первый ряд и поочередно продолжаю уже по сформированным петелькам чередовать то лицевая, то изнаночная петля. Ниточка у меня закончилась, я присоединяю второй моточек и продолжаю вязать резиночку до нужной высоты, пока у меня штанинка не наберет общую высоту. У меня это 33 сантиметра, поэтому я присоединяю ниточку и продолжаю вязать до высоты 33 сантиметра. Вместилась у меня в высоту 4 сантиметра 10 рядочков, и связав резиночку, мы приступаем к закрытию петелек. Я буду закрывать резиночку 1 на 1 трикотажным шовчиком. С помощью иголочки я отмерила 3 длины окружности вот этой вот штанинки нашей и плюс небольшой хвостик для того, чтобы закрыть нам петельки. Мы вдели ниточку в иголочку и далее смотрим, что у нас здесь по спице. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее. Запомните, если у нас первая идет лицевая петля, мы заводим иголочку спереди. Если изнаночная петля, то мы заводим иголочку сзади. Вот это, скажем так, очень важные действия, которые вам нужно изначально запомнить. Итак, мы будем прошивать постепенно каждую петельку, захватывая прошитую, затем не прошитую. То есть первая у нас петля лицевая, соответственно, мы вводим иголочку спереди, вот так вот, заводим за петлю и снимаем полностью со спицы первую петлю. Далее, вот это наша изнаночная петля, мы захватываем точно так же спереди и, не снимая со спицы вторую петлю, изнаночную в данном случае, протаскиваем рабочую ниточку. У нас образовывается вот такая петелька. Мы продеваем сквозь петельку иголочку, заводя за работой вперед, вот так, и подтягиваем. Первые две петельки подтяните хорошо, затем втягиваете постепенно. Следующая петля у нас прошитая, идет изнаночная, соответственно, мы вводим иголочку за работой, вот так вот, вперед. Снимаем прошитую и вводим за работой непрошитую в лицевую петлю. И снова подтягиваем ниточку в образовавшуюся петельку. Мы спереди вот так вот продеваем иголочку и ниточку вытаскиваем, подтягиваем. Затем снова у нас вот она лицевая, мы вводим иголочку спереди. Раз прошитую петлю и затем вторую не прошитую. Не снимая вторую петельку, мы подтягиваем ниточку. И за работой вот так вот вперед вытаскиваем иголочку сквозь петельку. Подтягиваем. Далее изнаночная петля. Соответственно, за работой мы вводим иголочку вперед в прошитую петлю и в непрошитую. И снова вытаскиваем сквозь две петельки ниточку рабочую и в образовавшуюся петельку спереди вот так вот назад вводим иголочку и протягиваем ниточку рабочую. Затем снова у нас лицевая, значит, мы спереди заводим в прошитую петлю и спереди заводим в непрошитую петлю. Снова в образовавшуюся петельку за работой вперед мы проводим вот так вот иголочкой. Протягиваем ниточку рабочую и затягиваем петлю. Снова за работой вводим иголочку в прошитую петлю изнаночную и в непрошитую лицевую. Подтягиваем и в образовавшуюся петельку продеваем иголочку. Снова подтягиваем ниточку. Вот таким вот образом, сильно не затягивая петельки, мы будем прошивать до самого конца ряда. Получается у нас трикотажный шовчик, закрытие резиночки 1 на 1 иглой. Хотите, можете в YouTube посмотреть различные видео. Очень много я обратила внимание, что есть видео, как закрыть трикотажным швом резиночку. Можете посмотреть отдельное видео, хотите, если вы поняли уже или знаете такой способ, можете продолжать дальше делать закрытие самостоятельно. Либо же, если вы начинающая вязальщица, то вам проще всего закрыть петельки, попарно провязывая и переодевая на каждую провязанную последующую пару, возвращая петельку. То есть самый-самый обычный для вас удобный способ. Вот, либо же... Второй способ — это провязывать по рисунку изнаночная над изнаночной, лицевая над лицевой петелька. И затем вот так вот перекидывать каждую предыдущую провязанную петлю на последующую.
И в конце осталась у нас одна прошитая изнаночная петля. Что мы делаем? Мы сквозь нее, так как это изнаночная, можно сказать, первая петля, сквозь нее за работой отправляем вот так вот иголочку вперед, сквозь получается прошитую петлю, и дальше у нас должна идти не прошитая петля. Но так как у нас уже закончились петельки, то мы находим первую лицевую петлю и за работой вот таким вот образом подтягиваем полупетлю. Вот. И одеваем сквозь нее иголочку. У нас образовывается снова петелька, мы сквозь нее пропускаем рабочую ниточку. И возвращаем вот сюда вот во вторую петельку. Вот так. Можно в принципе где-то и здесь, наверное, давайте чуть поближе. Протаскиваем на изнаночную сторону. Вот что у нас должно получиться. Мы теперь вытаскиваем на изнаночную сторону. Здесь я уже прятала краешек ниточки в эту косичку. Вот, но я теперь отрезаю вот эту нашу иголочку с ниточкой, оставляю ниточку буквально сантиметров 5 для того, чтобы спрятать краешек ниточки. Краешек ниточки я уже показывала, как я прячу в моих отдельных видео, но я вам сейчас покажу. Смотрите, обычно я делаю так, чтобы по ходу носки не распустилось изделие, я делю ниточку, оставшийся краешек, пополам. Пропуская сквозь любую полупетельку ближайшую, абсолютно с любой стороны, неважно, все это мы делаем с изнаночной только лишь стороны. Вот, далее завязываю узелочек из полуниточки одной и второй. Вот так вот у нас получился очень тонкий такой вот он узелочек, ненавязчивый, потому что главное, чтобы он был не грубый. И теперь сквозь косичку вот этой нашей резиночки предыдущих рядочков, вот так вот, поочередно протаскивая по ходу того, как ложится косичка. И вот здесь я уже прятала хвостик. Вот, посмотрите, в этой косичке его не видно. То есть, как я прятала ниточку, здесь косички не видно. Во-первых, плюс большой то, что по ходу носки не будет ничего распускаться. Второй плюс, что это не видно. И, в принципе, надежно. Вот, вот таким вот образом я спрятала хвостик ниточки. Все хорошо подтяну я сейчас. И все, и отрезаем вот этот хвостик, который нам не нужен. То есть сейчас мы просто вот так вот отрезаем. И все, ниточка наша спрятана. Если вы делали присоединение еще где-то по ходу вязания, то, соответственно, прячьте обязательно краешки ниточки с изнаночной стороны. Чтобы связать вторую штанинку, мы подтягиваем вот эту вот нашу рабочую спицу. В данном случае у меня это оставались петельки на круговой спице. Вот в линии, скажем так, центра переда. И мы точно так же присоединяем рабочую ниточку. Немножечко оставьте где-то сантиметров 20 для того, чтобы сшить нам отверстие между ножек, которое получится. Вот, то есть, в принципе, такого кусочка ниточки будет вам достаточно. Присоединяю я без узелков и каких-либо воздушных петелек. То есть, просто начиная с первой петельки вязать все петли лицевые. Там, где у нас 18 лицевых, вторая сторона переда, вторая часть. И далее я точно так же ввожу в работу вторую чулочную спицу, там, где у нас линия узора. Вот, то есть сейчас я провяжу 18 лицевых петелек до первой изнаночной петли. Далее первые две изнаночные петли я уже перевязываю по рисунку на следующую спицу. Вот так вот поворачиваем вязание удобным для вас образом. И начинаю вязать узорчик от двух первых изнаночных до двух последних изнаночных. Вот так вот на уже вторую спицу. Здесь у меня все пока жгуты по рисунку. Вот. И следующий ряд у нас также свяжется по рисунку, а потом мы сделаем перекрещивание жгутика. То есть, в принципе, все делали как на первой штанине, так делаем и на второй. Вот я довязала 2 изнаночные и далее третью спицу довяжу просто лицевыми петельками. Вот я провязала все 3 спицы, распределила петельки снова точно так же, как на первой штанине. И теперь третью и первую спицу совмещаю максимально близко. Вот этот хвостик рабочей ниточки я отправляю вперед на лицевую сторону, немножечко подтяните его. И начинаем замыкать вязание в круг, то есть вязать точно так же по спирали. Первые две петельки хорошо затяните. И затем продолжаем вязать первую-третью спицу лицевой гладью.
И на средней спице продолжать делать в каждом четвертом ряду перекрещивание жгутика в разные стороны. То есть все то же самое, абсолютно две штанины вяжутся аналогичным образом. Вот так вот по спирали, делая перекрещивание, мы вяжем такое количество рядочков. Либо по перекрещиваниям вы можете сориентироваться, по перекрещиваниям, сколько вы сделали на одной штанине, далее сделаете точно так же на второй штанине. И если вы заканчивали, скажем так, вязание точно так же, как и я, то можете сразу же провязать то же количество рядочков, перейти на резиночку 1 на 1 и связать, затем закроете петельки. Я думаю, что здесь точно так же ничего сложного нет. Это у нас сейчас идет третий ряд после перекрещивания, то есть в следующем ряду мы будем делать перекрещивание на второй спице. И вот так вот дальше продолжаем вязать вторую штанину. Аналогично первой я и на второй делаю 10 рядочков резиночки 1 на 1 и точно так же заканчиваю трикотажным шовчиком. Перед тем, как переходить на резиночку, посчитайте количество вот таких вот перекрещиваний на одной и на второй штанине. Я сделала, получается, 31 перекрещивание, исходя из своей плотности вязания. И далее провязала 2 рядочка просто по рисунку после последнего перекрещивания. Точно так же я сделала и на второй штанинке. 2 ряда провязала, а затем перешла на 10 рядочков вязания резиночки 1 на 1. То есть смотрите, чтобы у вас было все максимально одинаково, симметрично и красиво. После того, как закончили наши вязать штанинки, теперь нам нужно закрыть вот это отверстие, которое образовалось. Мы вдеваем оставшийся краешек ниточки, который мы оставляли для сшивания, в иголочку и засовываем одну ручку так, чтобы вы видели петельки. То есть я кладу вязание не вдоль штанин, а поперек как бы ложу. Получается, я буду сшивать от штанинки до штанинки, вот таким вот образом. И теперь мы смотрим, подтянув крайнюю петельку от рабочей ниточки, которая у нас производная, мы смотрим и думаем, как бы их сшить таким образом, чтобы не получилось никаких дырочек вот с одной и с другой стороны. У нас идет рассоединенные петельки, поэтому я буду их сшивать постепенно. То есть я захватываю низ полупетельки и продеваю рабочую ниточку. Затем с другой стороны я беру низ петельки, с одной стороны и не с петельки, с другой стороны, вот так вот, то есть как бы замыкаю косичку. С одной стороны продеваю стежочек и точно так же мне нужно сделать с другой стороны. То есть мы соединяем, получается, одну косичку и вторую косичку как бы внутренними стежками, вот таким вот образом. Теперь снова берем здесь полупетельку низ и с другой стороны полупетельку низ, вот так. Ну, то есть это даже не низ считается, это, наверное, внутренние вот эти вот стежки снизу. Хотите, можете делать не тайными швами, а, допустим, как-то сшить, скажем, на свое усмотрение. Вот. Но, в принципе, вот так, если вы будете потихонечку соединять как бы петельки, то у нас получается, посмотрите, очень аккуратное крестообразное соединение, при этом его абсолютно не видно, если вы вот так вот соедините штанинки вместе, то есть смотрите, очень получается аккуратно и не видно. Как для, скажем так, соединения вязаной вещи, этого в принципе более чем достаточно по внешнему виду аккуратности, скажем так. Потому что, опять же таки, это ручная работа, это не, скажем так, машинная вязка. Вот, и все, и вытаскиваете на изнаночную сторону ниточку. Нам хватило, чтобы сшить буквально сантиметров 7 ниточки, может даже меньше ушло. Вот, подтягиваем наши все петельки, чтобы не стянуто было. И все, промежность наша закрыта, мы фиксируем с внутренней стороны ниточку. Я буду это делать точно так же, как я вам показывала на штанине. Вытаскиваю на внутреннюю сторону, оставляю хвостик 5 сантиметров, рассоединяю, делаю тоненький узелочек за полупетлю и прячу хвостик по ходу того, как ложатся петельки. Здесь косички нет лицевой, но все же. И теперь вот эту нашу булавочку я распускаю и вдеваю ниточку, вот этот хвостик, в иголочку. Ниточку в иголочку мы продели и положили, чтобы у нас передняя сторона была сверху. Далее мы берем, как скажем, сворачиваем вот эту часть, где у нас
лицевая гладь до изнаночного ряда пополам на внутреннюю сторону. И это и будет у нас сшиваться туннелик для резиночки. Предварительно я измерила по обхвату бедер по сантиметрам резиночку. В данном случае у меня обхват бедер 48 сантиметров. При растянутом виде я измерила таким образом, чтобы у меня было 48 сантиметров по обхвату бедер. Соответственно, если она, скажем, в спокойном состоянии, то это и будет где-то обхват талии, даже чуть-чуть, скажем так, при натянутом состоянии. Но так как это вязаная вещь, достаточно плотная вязаная вещь, то этой резиночки как бы не будет чувствоваться, то есть не будет она давить ребенку. Хотите, можете взять резиночку поуже. Вот, в принципе, мне кажется, что вот эта ширина оптимальная для ребенка. Вот, итак, сейчас мы сшили резиночку, у нас получилась вот такая окружность. Неважно, как вы ее сшили, я такими вот самыми обычными стежками сшила. Вот, вы можете прострочить на машинке, то есть, опять же, таки все зависит от вашего желания. И далее, что мы делаем? Мы резиночку должны вшить параллельно сшивание туннеля. То есть мы кладем вот так вот резиночку на вязание, вот так вот ближе, я бы сказала, к вот этому лицевому ряду. Вот оно на нас идет рассоединение, как бы лицевой ряд. И нам нужно, соединив вязание, определиться, за какой именно ряд мы будем делать пришивание. Смотрите, вот у нас идет последний изнаночный ряд, затем лицевой, и после лицевого идет изнаночный ряд. Вот нам нужно сшивать либо за вот этот изнаночный ряд, либо за вот этот, который идет после лицевого. В принципе, можно как за один, так и за второй. Если ширина резиночки у вас позволяет, то в принципе можно сшивать за верхний. Я буду сшивать за вот этот нижний, мне его четче видно. И я присоединяю вот так вот две части и нахожу первую петельку косички, то есть вот она у нас наборочная косичка по петельке. И здесь каждая петелька, вот она. И я буду сшивать петля в петлю, то есть над петелькой одной, второй, третьей, то есть попарно, провязывая то снизу петлю, то сверху, то снизу, то сверху. Вот она у нас снизу первая петля и сверху первая петля. Я прошиваю сквозь две полупетельки вот так вот. Будет ниточка длинная, поэтому вы постарайтесь запаситесь терпением. Вот. И прошив вот эту первую петельку, прошиваю далее следующую. Вот она, следующая петля. И точно так же сверху мы прошиваем следующую петелечку. То есть петля в петлю. Но прошив буквально две петельки, я уже начинаю растягивать наше вязание. То есть при растянутом состоянии нам нужно сшивать вязание. Для того, чтобы не стянуть вот этой, скажем так, нашим сшиванием резиночки, не стянуть вязание, и чтобы не получились штанишки узкие. Вот. И вот так вот постепенно каждую петельку сверху и снизу мы прошиваем. Снова прирастянули и дальше. Вот она петелька снизу, вот она петелька сверху. Мы прошили сквозь две петельки и снова прирастягиваем. Снова прирастянули. Опять прошили, прирастянули, прошили, прирастянули. Конечные самые петельки вы точно так же прирастягиваете для того, чтобы у нас не получилось, скажем так, резиночка сейчас короче, чем по обхвату. Вот эта вязаная часть. Поэтому вам конечные петельки придутся, скажем так, вот в таком состоянии очень стянутом. Вы постарайтесь их, скажем так, растянуть, распределить и постепенно каждую петельку растягивайте при сшивании. Почему я использую этот способ в штанишках? Потому что резиночка имеет свойство рваться, растягиваться, лопаться. Ну, в общем, в принципе, резиночка может потом по ходу носки, скажем так, потребоваться замене. Вот эту, скажем, наметочную, вот здесь вот шовчик наш наметочный, будет проще вам распустить и заменить резиночку, нежели если мы бы сразу же ввязывали, делали туннелик и вставляли в него резиночку. Этот способ менее сложный. Вот, и не требует каких-то особых усилий. То есть вы просто наметочными швами вшиваете резиночку и прирастягиваете, постепенно вшивая вот так вот наши, прошивая петельки.
Все, и вот так вот делаем по всей окружности, пока не вошьете полностью всю резиночку по обхвату и не дойдете до вот этих крайних петелек с другой стороны. После того, как сшивали до конца, мы соединяем точно так же, как я вам и говорила, вот так вот рассоединяя ниточку, то есть это для надежности. Мы делаем соединение небольшим узелочком, вот так вот за любую полупетельку. И далее этот хвостик нам остается лишь спрятать в туннельчик, который уже образовался для резиночки. То есть спрячем наш краешек ниточки. По желанию можете хвостик отрезать. Вот так вот я продеваю сквозь вязание. Вот. И все, и хвостик можно отрезать. Вот этого более чем достаточно фиксирования ниточки. И вот получилась у нас вставленная резиночка. Как вы видите, не сильно ширина резиночки по обхвату, скажем так, уже, чем основное вязание, так как это штанишки приталенные, то есть такие вот леггинсы. Вот. Но здесь есть куда, скажем, растягиваться резиночки, есть возможность, скажем, натянуть эту резиночку на ребенка. И при этом штанишки получаются в обтяжечку. И нам остается лишь только обработать тепловой обработкой вторичной. И все, в принципе, наши штанишки уже готовы. Здесь у нас промежность сшита, ничего нет. Здесь по краям у нас красивые остались узорчики. Вот. И все, в принципе, готово. Я надеюсь, что у вас все получилось. Понравился мой видеоурок. Поэтому не забудьте лайкнуть, делитесь моими видео с друзьями. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!